В эфире наша традиционная еженедельная рубрика «Время выбирать». Продолжается этап выдвижения кандидатов на дополнительных выборах депутатов городской думы муниципального образования город Лабытнанги третьего созыва. На сегодняшний день выдвинуты кандидаты по всем 5 избирательным округам, в которых 18 сентября пройдут дополнительные выборы. До сегодняшнего дня на сайте избиркома были размещены сведения о 5 выдвинутых кандидатах на эти выборы по 4 избирательным округам. И вот сегодня еще один принес в избирком пакет документов для выдвижения по последнему из оставшихся, а именно по 10 избирательному округу. Пакет объемный. Документы и на бумажных, и на электронных носителях, сведения о доходах, к примеру. Но подготовка этого пакета, по словам Ольги Погутиной, выставляющей кандидатуру путем самовыдвижения, дело не самое сложное. Сложностей таких не было, что прям, что все документы у нас на руках. Копии снять, собрать банковские документы. Сложностей не было. Впереди еще подписи, работать с населением. Конечно, подписи собрать. Вот, я думаю, самое будет сложное. Что народ меня не знает, надо подписать подписные листы. А так сложностей нет. Подписи для регистрации надо будет собрать всего 11. Таким образом, сегодня на дополнительных выборах депутатов городской думы выдвинуты кандидаты по всем 5 избирательным округам. Но процесс выдвижения не закончен. Это был 6-й кандидат, который принес документ на выдвижение в депутаты. Так, сегодня еще планируется заседание партии ОДПР, которая будет проходить в городе Таркасалей. То есть после сегодняшнего, я так думаю, завтра будет известно, на сколько округов они претендуют у нас, будут выдвигать кандидатов. А КПРФ планирует 11 числа заседание в городе Салехард. Напомним, что «Единая Россия» намерена выдвинуть своих кандидатов по всем 5 избирательным округам, а «Справедливая» по 2. Местные отделения этих партий уже определились с кандидатурами. На сегодняшний день 2 кандидата выдвинуты «Единой Россией», а еще 4 путем самовыдвижения. У остальных потенциальных кандидатов от парламентских партий и самовыдвиженцев есть время до 18 часов 15 июля, когда закончится этап выдвижения. Игорь Борисов, Максим Мячин, программа «Время местное».